чтобы не было скучно. Вот так вот приходят сюда, рядом с парком занимаются люди. Это обыкновенный кружок. Поднимают себе настроение, поступают на праздниках. Немолодые уже люди с молодой душой и с такими талантами. Приятно посмотреть. Настроение хорошее, погода хорошая. Обыкновенный осенний день. Вот такой вот, как сейчас. Кстати, в моей зарисовке когда-то уже были вот эти талантливые женщины, которые около Гуру Правы выступали, готовились на конкурс. И вот сейчас вот они попали в объектив. Как приятно смотреть на них. Музыка хорошая, погода хорошая, настроение хорошее, здоровье улучшается, потому что позитивные эмоции, положительные. Все прекрасно. Это, как я поняла, обыкновенный кружок. Они куда-то даже ездят, на какие-то экскурсии вместе, вместе праздники проводят, вместе дни рождения празднуют, помогают друг другу. Не только физически, но и морально. Может быть, когда-то они в танцевальный кружок и ходили. Например, у меня мои дочки обе ходили в танцевальный кружок. Сначала в Дом творчества занимались. Младшая, по-моему, до 5 класса даже занималась. А старшая вот тоже сюда ходила. Раньше этот Дом культуры назывался имени Кингисеппа. И выступали на праздниках, на городских, на каких-то мероприятиях. Какие-то концерты проводили даже, соревнования проводили между танцевальными коллективами из разных городов. Все это было интересно, мы ходили, смотрели, поддерживали своих детей. А теперь вот взрослые выросли, и вот так же вот вспоминают юность, молодость, а может быть детство. И так же вот точно отдаются вот этому творчеству. Ну и настроение совсем другое. Жизнь раскрашена красками. Муж пошел за хлебом и за сметаной. Похоже, арбуз снова несет. Мы еще тут не доели. Сейчас пойдем в сад сидеть. Патрик, а ты не видишь, да? Кто там идет, Патрюша? Нет, не видишь? Кто там? Ну, кто там? Где? Где? Где твой любимка? Ищи. Где твой любимка? Где? Не видит. Безвременники. Сломали до конца ветку. Осталась вот такая кривая яблонька. Скажите, вот ради нескольких яблок надо было большую-большую ветку у яблони ломать. Все это брошено. Вот гортензия, водичка нужна. Ну вот, цветет, но уже совсем не так. Остатки прежней роскоши. Здесь уже все сохнет. Прям сухие цветочки. Как-то странно в этом году. Прошлой осенью такой сад был красивый еще в сентябре, а в этом году непонятно, в чем дело. Очень много цветов засохло. Георгины только радуют. И лето странное, и весна была очень холодная, и осень никакая. Грустно в этом году, прям в саду грустно. Ничего красивого здесь нет уже. Спасибо. Зайка. Ты устал, да? Устал. Да, конечно, скажи, лапки устали. Ты моя хорошая куколка. Проголодается, вкусняшки взяла с собой, водичку, еду. Ты моя куколка. Во вторник красивой будешь, да? Стрижечку сделаю, ты у нас и так самый любимый. Просила водичку поменять для птичек. Здесь все-таки какие-то птички прилетают. Привыкли за лето, что водичка всегда есть. Ну, вот муж сходил, поменял, ящичек помыл. Здесь
птички рябину клевать прилетают. Сказал, для рябинников, для дроздов, что они прилетают сюда. Поменял водичку. Молодец. Владимир Андреевич, добрый ты человек. Сломали твою яблоню? Бедная она, бедная. И вот такой вот арбуз. 3,95. 89 центов килограмм. 4,440. Не знаю, сладкий, не сладкий, посмотрим. Патрик, ты же спал только что, а? Нет, там ничего. У Гены он купил золотого Ренета. 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 И сколько этот Ренет стоит? Еврик. Соседи... По-соседски мог бы и угостить. Всех соседей, если угостишь, ничего не продашь. Гены, зимой снега не выпросишь. Так что наблюдает, наблюдает за тобой, наблюдает, а? Патрюша, на, неси своему любимке. А? Нет, прячется. Патрик без конца на улицу бегает. Ну, без конца. Ну, не один, конечно, с мужем. Сегодня вот такая вот погода. Плюс 16 градусов. Говорят, что со среды дожди начнутся, а мы во вторник будем стрижку Патрику делать. Как раз вовремя. Подстрижем и похолодает. У нас обычно так вот и бывает. Как только сделаем Патрику стрижку, так на улице холодная погода. Подкормила свои цветочки, может быть, еще подцветут немножко. Ну вот вроде бутоны начинают распускаться. Пока-пока. А чё ты стоишь? А где друг? Оставила за дверью. Я так подумал. Да. Не хочешь его воспитывать. Сидит, ждет. Надо было, Патрик, тебе идти вместе со своим любимкой на каток. Да. Можно подумать, один сидит. В горе, в несчастье, брошенный. Несчастный ты. Собачкин, да. Один-одинёшенек. У мужа спорт, у меня кухня. Да, у кастрюли опять сижу. Пропылесосила, картошку поставила. Надо будет поджарить ее вечером с салатиком. Ну что, спортсмен, накатался? Да. Да. Меня дома оставляет, а сам болтается. Тебя дома никто не оставляет, ты сама себя оставляешь. Так что да, у кастрюль сижу. И у пылесоса, и у кастрюль. Что? Что? Папа, скажи ей. Что он может сказать? Пока хорошая погода, надо гулять. Ну, я понимаю. Пылесос твой никуда не убежит. Я понимаю. Да, ничего ты не понимаешь. Да что вы говорите? Можно подумать, ты стал пылесосить. Попросила, ты и забыл. Сегодня 21 сентября. Такой чудесный день. Родилась моя внученька. Ей сегодня исполнился 21 год, совсем уже взрослая. Ангела-хранителя тебе. Пусть он помогает тебе во всех начинаниях, во всех делах. Закрывает тебя от бед, от несчастья своим крылом. Счастья тебе, любви, здоровья. Я тебя очень люблю, моя внученька. Такое было красивое день рождения у взрослой внученьки по всем канонам. Во Франции, в Париже. Целую неделю они там гуляли, отдыхали, катались на кораблике по Сене. Вот такие вот виды красивые. Кушали в ресторане улиток. Что можно еще желать лучшего?
пока молодой, красивый, отдыхать в Париже. Правда, здорово. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо большое за комментарии. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Заходите, подписывайтесь. Пока.